Популярность женского волейбола на Кубани очень высока. Об этом убедительно свидетельствуют и прошедшие в нашем районе соревнования в рамках сельских спортивных игр Кубани. Игры проводятся с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей села к активному занятию физкультурой и спортом. В спортивном комплексе «Олимп» станицы Анастасиевской собрались волейболистки из 12 кубанских муниципалитетов с тем, чтобы определить лучшие команды в зональных соревнованиях сельских спортивных игр Кубани 2022 года. В просторном современном зале размещены две волейбольные площадки, созданы все условия для успешного проведения соревнований. Команды очень и очень желают участвовать в турнирах, потому что многие команды подготовились, но мало игровой практики, потому что сейчас открывается такое окно соревнования, вот данные, которые на это. И, естественно, команды набираются, как говорится, свою форму спортивную набирают и опыта. Вот. И что хочется отметить, потому что с желанием команды играют они, борются до конца, как говорится, не было проходных игр. Даже те команды, которые знали последующие места, там, 4-е, 5-е, 6-е и так далее, они тоже боролись до конца и показывали прекрасную игру. Волейбол – игра динамичная, требующая хорошей физической подготовки, мастерства, сыгранности в команде. И самое главное, она по душе спортсменкам. Крымские волейболистки серьезно подготовились к состязаниям и были настроены по-боевому. Самое главное, они увлекаются волейболом, стараются выступить на все 100, и у них все пока получается. В итоге им улыбнулась удача. Они выиграли у команды из Динского района, став победителями этих соревнований. Волейбол – наша любимая игра. С детства играем, собираемся. Спасибо тренеру, что нас тренировал, собрал нашу дружную команду, что мы дружно уже, несмотря мы уже давно закончили как бы профессионально, там когда-то мы играли. Сейчас мы собрались и играем. То, что умеем, показываем, любим. Спасибо, кто нас сюда пригласили. Зал шикарный. Мы очень старались. Мы любим эту игру. Поэтому у нас все получилось. Славянские волейболистки, уверенно выйдя в финальную часть состязаний, встречались в борьбе за третье место с калининскими спортсменками. Нужно было видеть, с каким азартом славянки боролись за каждый мяч, но одолеть сильного соперника им не удалось. В итоге в тройку призеров вошла калининская команда. Они, а также волейболистки из Динского и Крымского районов, и встретятся в финале первенства края с призерами других зональных соревнований. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».